Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребятушки. Чё-то меня приглючивает, или мне кажется. А хрен его знает. Походу, б-б-бэм. Ну ладно, ребята. Были мы в другом измерении, можно и так сказать. Мы там побывали, и, в принципе, ребята, ресурсы мы все добыли, что я хотел. Сейчас какие у нас планы, что нам делать? Как я говорил, сначала нам нужно кучучечку, хотя бы полстача, стача, да, стачка, я просто уже 2 часа ночи, я сейчас засыпаю уже, поэтому, ребят, могу говорить не по теме. Хотя бы полстака, может, если... Если напрягемся, то даже стак сделаем, но чтобы уже был, чтобы уже было нормально вот так. Ультрабола, чтобы, в принципе, ребята, мы уже могли ловить большое количество покемонов, то есть всех подряд, которые только будут нас встречаться на пути, будем мы ловить всех. И, конечно, вот там у нас Shiny Magikarp, который нам не нужен, потому что он у нас уже есть, и он встречался еще 10 раз. Поэтому он нам не нужен, ребята. Смотрите, как я говорил, куча ультраболов, магазин продавцы, шахта еще там может, поиски фосила, да, то есть, может еще, может найдем, да, то есть, поиски фосила, в шахте, ну, как бы и ресурсы, и что еще, да, и в принципе все, ребята, и тогда мы начинаем ловить всех покемонов. Вот если в этой серии мы сделаем себе нормально ультраболов, то есть уже одно задание будет выполнено. Второе. Ну, магазин, я не знаю, ребят, как я говорил, вы можете строить свои магазины, чтобы мне было меньше работы придумывать его, то есть, чтобы мы быстрее построили магазин. Я еще раз, ребята, говорю, вы можете построить свой магазин у себя там, я не знаю, в креативе, да, скриншоты и засунуть в группу ВКонтакте в альбом. Если мне понравится ваш магазин, если мне понравится его тематика, да, то есть оформление, я его по скриншотам, по скринам его построю вот тут. И даже на табличке напишу ваше имя, кто его придумал, и типа, кто его планировщик, кто планировщик этого дома. И то есть я его построю, но как бы дом будет ваш, то есть ваш дом, то есть вы его там спланировали, да? Потому что если я сейчас буду еще придумывать, то это уже, ребята, где-то на две серии, на серию на две больше затянется, потому что мы еще будем магазин строить. А если уже магазин будет в голове, то есть уже все спланировано, то это будет намного быстрее, ребята. Поэтому, если вы имеете желание, то, в принципе, можете построить свой, ну, можете построить магазин, который, если мне понравится, потом мы построим вот тут. Потому что вот уже продавец, ребята, ждет. Что-то он там ждет, ждет, ждет. И никак не может дождаться. Когда же там магазин у нас появится? Ух, ну что, ребята, я не знаю. Если мы, например, сейчас это все будем делать, то... Так, что-то я... А, нет, правильно все сделал. Так, сейчас. Это сюда, это сюда, это сюда. Охренеть, ребята. Если мы сейчас вот это все будем делать, я... Ну, это капут как долго. Ну хрен его знает, честное слово. То есть вот... А хотя как долго? Ну если не запутываться в клавишах, да, то есть ставить, ковать, и оно как бы вроде автоматически... Да, оно автоматически идет. Ну, в принципе, ребята, так нормально. Стак... Стак, в принципе, нормально будет. Я не скажу, что долго, за минут так, ребята... 4-5 мы все-таки это все сделаем, мне так кажется. Поэтому, ребята, давайте пока делаем, как раз хотел вас спросить, типа, поняли вы, что я там говорил в подкасте, да, насчет выхода серии Пиксельмона, то есть, ребята, все зависит от вас. Давайте, например, пример. Например, говорю, 2 часа ночи, то что... Например, ребята... Вот эта серия, да? Если на этой серии наберется там 100 лайков, новая серия выйдет в тот же момент, когда наберется 100 лайков. То есть, набирается 100 лайков, новая серия. Набирается еще 100 лайков, новая серия. То есть, ребята, это зависит от вас. Я еще раз говорю, вы можете писать, да, что
ты там играешь новые игры, я знаю, и как бы серии Pixelmon не так часто выходят. Я это знаю, ребят, потому что времени не очень много есть, но все же, если я буду видеть ваш интерес, для меня будет мотивация делать Pixelmon. То есть, если я вижу, о, выложил серию, опять что-то глючит. А хрен его знает, почему глючит, может... Ладно, мы и так куем, поэтому пофиг. А, если, например, выложил серию, там куча комментариев, да, то есть вы там комментируете, если вам нравится и все такое, если я вижу, да, то мотивация как бы идет, что вот людям нравится, да, люди хотят Pixelmon, им больше всего нравится Pixelmon, поэтому ну, давайте Pixelmon, да. Если вам нравятся какие-то другие прохождения игры, вы также можете поставить лайки, комментировать, что вот классное там, ну, прохождение, там классная игра и все такое, и, типа, давай эту игру. Я тоже, ребята, пойму и будем в эту игру играть. То есть, говорю, ребята, не говорю, что все зависит от вас, да, то есть, как вы скажете, так и будет. У меня тоже есть не всегда есть свободное время, я не целыми дня, я не сижу целыми... Как это сказать? Я не сижу целый день дома, да, то есть... Да не всегда... И целый день я же не буду, да, играть там в Pixelmon или еще в какие-то игры. То есть я тоже хочу, может, там какие-то другие игры поиграть, в какой-то мультиплеер, просто чтобы расслабиться, еще что-то такое. Если так ты проснулся и до вечера сидишь, и ты играешь, или там еще что-то делаешь в Pixelmon, то действительно надоедает немного. А если так, иногда, в принципе... то нормально. Но я еще раз говорю, ребята, половина, ну можно, ну половина не половина, но нормально так зависит и от меня, да, какое настроение, когда я хочу, когда у меня есть свободное время и когда мне это нравится и когда я это хочу. В принципе, ребята, мы уже сделали нижнюю часть, верхнюю часть точнее, сейчас еще нижняя осталась и... А, у меня же тут есть вот это... железо, да, так. 5... 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Поэтому, ребята, говорю, это все зависит от вас. Все. Ну, опять же я говорю, что все, только что говорил, не все. Поэтому я говорю, ребят, 2 часа ночи. Еще такая жарища, что я сейчас дурею. Я не знаю, вроде уже конец сентября, то есть уже октябрь начинается, а тут 2 часа ночи, а тут такая жарища, что я сейчас сижу и... под майкой, у меня уже все мокрое. Я не знаю, капут тут. Очень жарко, ребята. Ну, поэтому, как я говорил, не все от вас, конечно, зависит. То есть, какой-то степени от меня тоже, типа, зависит. Да, когда я имею желание, когда я хочу, когда... Какое у меня настроение, когда у меня свободное время. Но! Вы можете немного себе процента перетянуть. Как я уже говорил, даже если у меня нет свободного времени, если у меня небольшое желание, например... или еще что-то, но я вижу, что там лайки набираются, люди комментируют, люди пишут, что это им нравится, то я, конечно же, это пойму, я через силу, через усталость, через без настроения, даже если у меня там нет свободного времени, может там пару минут там выделю, но все же я сделаю эту серию Pixelmon, если я вижу, ребята, что вам нравится. Поэтому говорю, ребята, от вас тоже это зависит, и вот от вас тоже зависит, ребята. В принципе, по поводу... О, точно, что я еще хотел сказать, ребята. По поводу того, что мне пишут, когда ты уже перейдешь на новую версию Pixelmon. Ребят, на него еще нету покерадара. У нас и так сейчас не очень покемоны качаются, пока у нас нету того же магазина. То есть, сколько там уже серий, а у нас идет только вторая команда, которая наполовину прокачана. И то мы уже пару серий ее даже не качаем, мы даже пару серий уже на боссов не охотимся. Даже если охотимся, то их не убиваем, а просто пробегаем. Потому что мы делали плавильню, мы были в аду, мы добывали ресурсы, и в принципе времени этого нету. А если мы будем, например, наполовину полсерии прокачивать покемона, полсерии мы будем делать ультраболы, в следующей полсерии мы будем прокачивать покемона и полсерии там... ходить в шахту, то это затянется, например, на 10 серий. А если мы одну серию пойдем в шахту, другую серию сделаем ультраболы, четвертую серию еще что-то сделаем, то потом это на 5 серий, то есть растянется. То есть не на 10, а уже на 5. Остальные 5 мы уже начнем ловить так покемонов. То есть, ребят, я сказал, ультраболы вот в этой серии уже мы почти их доделали.
Что нам сейчас остается, это магазин и продавцов. И сходить в шахту. После этого, ребята, мы начинаем ловить всех покемонов, мы начинаем прокачивать, мы начинаем активно продавать все шмотки, которые у нас есть. Мы начинаем покупать раркенди, прокачивать наших покемонов. Мы начинаем покупать алтари, делать легендарных покемонов. Вот то, что странно, что я еще до сих пор даже не увидел ни одного легендарного покемона. Ну, конечно, мы возле джунглей даже не крутимся, тут одни джунгли. Поэтому, конечно, Мью не так уж спавнится, как раньше, да, что мы были возле джунглей где-то, и он каждую серию почти что спавнился. Да, то, что мы как бы в равнине живем, а Райквазы не было. Мы уже сколько в океане были, Райквазы не было. Да и в пустыне немного были, то есть Грудон, ну, Грудон, конечно, он не так часто спавнится, да, но все же. Может, это версия такая, что намного урезали спавн покемонов, или фиг его знает, или просто не показывает, когда они спавнятся, то есть спавн идет, да, в чате не пишет, что вот там заспавнился какой-то покемон. Ну, если честно, ребята, фиг его знает, так, сейчас, секундочку. Поэтому, ребята, я, если честно, даже не знаю. Ну, просто то, что действительно, сколько уже серий, а мы еще даже не видели ни одного покемона. Так, Лампин. Давайте пока что не будем, честно. Что-то так желания нет уйти его убивать, там еще один. Что-то реально, 15 FPS, это что-то как-то, я не знаю почему, если честно, даже. Ну ладно. Не суть. В принципе, ребята... У нас уже есть покеболы, то есть прошло сколько у нас тут? 10 минут, а у нас уже есть покеболы. То есть, мне интересно, если там у меня, ну, блоки же должны быть, камни. Если нету, до 100% должно быть, сколько мы там переплавляли в плавильне. Все, ребята, одно задание мы выполнили, и это у нас куча уже ультраболов, то есть так ультрабола хватит. Ну, чтобы словить там, допустим, минимум 20 боссов. 20 покемонов, потому что... Не с каждого ультрабола ловится покемон, да, поэтому... Поэтому вот так, ребята. А вот у нас, ребята, стак. Ультраболов. То есть сейчас мы уже можем и ловить гипно... Давайте к этому... То есть сейчас мы можем уже ловить и все. Одно задание мы выпали, да твою ж мать, выполнили. То есть, ребята, одно задание мы уже выполнили, и это, в принципе, нормально. Поэтому нам еще осталось одно задание, и, в принципе, все. Мы можем начинать ловить всех покемонов, которые только встретятся. Это, в принципе, нормально. Так, сейчас еще вот тебя убьем. И прокачаем. Ах ты ж твою ж. Не убей Иви, пожалуйста, не убей. Я забыл опять Иви прокачивать. Твою. Я опять забыл ее прокачивать. То есть, ребята, нам же нужно ее прокачать, чтобы у нее счастье выросло. Потому что она эволюционирует, мы ее уже будем прокачивать как-то по-другому, да? Чё-то этот гипно сейчас нас всех раскидает. А, ну да. Ладно, давай уже убивай. Раз ты такой крутой. Да чё ты... Так, давайте сейчас, ребята, попробуем. Если получится. А то этот гипно, конечно. Опять, я опять что-то не то. Не того покемона взял, походу. Охренеть. Ну, давай, Чаризард, попробуй. Да твою ж... Нет, не Иви, не Иви. Уху, хотя бы вот так, так, отлично. Ну, если вот так, ребята, уже посмотреть, нам выпало 4 алмаза.
Это нормально. Так, покушать. У нас же там еще... Сейчас. Я как-то не заметил, у нас же там еще кварц есть. Сколько там у нас кварца? Почти что 2 стака. Нормально. То есть я даже забыл, что я кварц добывал. Сейчас давайте-ка сделаем как раз. Сколько у нас там получится блоков кварца. Сейчас, ребята, мы посмотрим. Так. Так, так, так. Отлично. И вот так. Только 30 блоков кварца. Чё-то как-то мелковато, мне кажется. А тут что, только 16 или тут уголь закончился? Хрен его знает, ребята, честно. Вроде нормально добыли так, но... Чё там и кирпичей мало оказалось, и кварца. То есть 2 стака кварца это пол стака блоков. Я не знаю, но в принципе нормально должно быть. Так, сейчас. Это сюда, это сюда, это сюда. А тут у нас это все идет. Да. Еще вот это. Потому что у нас уже стак ультраболов есть, и это, в принципе, хватит. Так, хлам, хлам. Ну как, вот это сюда. Это тоже. Это сюда. Отлично. Так. Сейчас, ребята. Сейчас давайте. Давайте все-таки мы уже начнем делать магазин. Потому что он действительно нужен. А чем дольше мы тянем, тем дольше мы не будем прокачивать покемонов, да, то есть тем больше затянется у нас их прокачка. Так, тут что-то выросло, ну выросло, но не все, пускай еще пока что растет. Так, магазин. Может его без съемки, ребята, построить, потому что если мы его будем строить, это действительно очень долго будет. Давайте я построю потом его, ребята, потому что это действительно очень долго будет. Если у нас ультраболы есть, магазин я построю, нам потом останется, ребята, сделать продавцов, чтобы у нас были все продавцы, это мы потом сделаем. И потом в шахту пойдем, но это потом. Потом, потом, потом. И все, ребята, то есть нам осталось пойти в шахту, и мы, чтобы хотя бы того же угля кучу добыть, то есть у нас уже... Кирка зачарена, давайте как раз ее до максимума. Нельзя, можно. Ну вот это не хватает. Но все же. То есть, вот, отлично. Если мы уже даже ее алмазы найдем, если мы найдем... да тот же лазурит, тот же редстоун, тот же уголь. То есть у нас намного больше его получится. И тоже мы сможем же продать этому же... Джонни, да, или как он у нас там называется, и забрать себе золото. В принципе, отлично, ребята. Я думаю, давайте уже на этом закончим эту серию. То есть, я и спать хочу, если честно. И, в принципе, уже действительно, давайте закончим. То есть, мы себе сделали ультраболы, нам еще осталось сделать магазин. Я говорю, ребята, это я потом сам сделаю. И, в принципе, все. Поэтому, ребята, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, всем за просмотр, всем удачи, не забываем ставить лайки, если 100 лайков новая серия, всем удачи и всем пока.